22 октября. Вот такой беленький снежок сверкающий у нас уже лежит. Но видим, что она уже практически все промерзла. Вот местами есть вот эти темные пятна, где еще лед не совсем схватился. Но в целом уже видим, что есть следы людей, да что ли, да? Люди ходят уже по льду. Ну и вот непосредственно уже. Так, мы тут не провалимся никуда. Вот, в общем-то, я уже встал тут на лед, смотрите. И уже даже можно что-то ходить. Но собаки, по-моему, здесь ходят. Но вот это людские следы. Люди тоже ходят, как-то умудряются. Но вот еще неделька, и он схватится сильнее еще. Да, в принципе, уже люди ходят вот по льду. Ну, вот такая вот красота. Можете полюбоваться. Но можно сказать, что в Якутске уже зима. Но если ее так классифицировать по природным факторам, то, в общем-то, зима, потому что снег лежит постоянно, лед сковывает понемногу водоемы. Вот таким вот образом. Еще немножко поснимать вот здесь вот. И солнце, видите, где у нас как низко находится. Хотя сейчас 8 часов утра. Такие кочки, смотрите. Это же они все в снегу. Ну что, давайте с вами перейдем первый раз по льду. Все, я прошел. Здесь вот такая речка небольшая, и я по ней прохожу. Такими тропками идем с вами. Утро свежо, хорошо, воздух чистый, машины пока еще не наездили. А у нас уже вон сосульки, вон там видно, на трубе сосульки. Вот здесь. О, уже падает, что ли, что-то там. Тает от солнца. Вот видите, сосульки там. Уже сосульки. Ну, пока тепло, градуса, наверное, градусов 8, не больше. И вот здесь вот видим площадку игровую, игровая зона, вот, зона для отдыха. Так вот все сделано. Здесь лавочки. Интересные такие вот качели. А там вон интересные такие палки, и на них находятся эти для птиц кормушки. Деревянная такая вот оригинальная конструкция. Горки. И вот здесь вот это, видать, для роллеров, да? Такие бугры сделали, чтобы они катались.
Вот такая площадочка здесь. Видим здесь надпись «Прибрежная защитная полоса 30 метров». Ну и вот тут тропинка вдоль. Вы сможете еще полюбоваться на утренний Якутск, утреннее озеро Сайсары. Тут немножко вот таких вот деревяшечек вам, как вы любите. Такая вот деревяшка, там даже балкон какой-то шикарный. Ой, а здесь собачки сидят две. Господи, только бы они на меня не накинулись. Я думаю, не накинутся. Вот. Дом. У них тут все есть, что надо для жизни. Тут не один дом, а их несколько. О, воробушек уже что-то кушает. Каландрашвили 25/3. О, у тех там какой балкон, вообще супер-пупер. Ну и все. Мы выходим, проходим с этого райончика ретро. И вот здесь уже большие вот такие дома у нас. Такие большие дома. Ну и сейчас мы выйдем на улицу Каландрашвили. А здесь вот по обе стороны теплые гаражи. Вот этих вот домов построены. Такие вот напротив гипермаркет больше-меньше. И вот дом строят. Продажа квартир 8-964-422-66-66. Это один дом. И вот там вот второй еще дом. Видите, да? А, здесь есть парикмахерская такая вот. Все, а это улица Каландрашвили.